вскармливали, что грудное вскармливание приводит к кариесу. Давайте разбираться. Кариес вызывается микробами. Если у ребенка не инфицирована полость рта, то грудное молоко не приведет к появлению кариеса. Грудное вскармливание, особенно ночью после года, может создавать хорошие условия для прогрессирования кариозного процесса. Особенно, если полость рта ребенка уже инфицирована кариозными микробами, вплоть до потери зубов. Представляете, заразиться инфекцией, вызывающей кариес, ребенок может даже дома. Через поцелуй в лицо, ручки, облизывание ложек, пустышек. Тем всем вы можете заражать ребенка кариозными микробами. Поэтому важно всем членам семьи пролечить свои зубы до появления малыша и также правильно соблюдать меры индивидуальной гигиены. Именно чистить зубы с появлением первого зуба пастой с количеством флоридов 1000 ppm, начиная с 5 месяцев, разделять грудное вскармливание и сон. Явиться с ребенком на первый осмотр в течение месяца после появления первого зуба и регулярно посещать стоматолога раз в полгода, чтобы заметить малейшие изменения в полости рта и предпринять необходимые меры профилактики.